из родов. У нее, наверное, опность, да, она постоянно в помойке что-нибудь заволочет. Я тоже с помойки прется. Я даже не видела, когда он ушел. Что, в данном наперед интереснее ходить, да? Ну да. Да сколько тут можно бутылок купить. И сумка, которая с твоим колен. Сейчас так модно. Да? Что ты не понимаешь эти. Правда модно? А в чем смысл? Режим парковки выключен. Режим парковки включен. Режим парковки выключен. Раз, два, раз, два, раз, два. Режим парковки выключен. Понять не могу. Эстером. Что такое эстер? А, ну, против мамы Таниного дома-то, ткани-то там. Бывшего. Да. На светофор, короче, налево. Да. Да. Ткани-то там. Бывшего. Да. На светофор, короче, налево. Да. Да. На светофор, короче, налево. Да.
мам, да ты много даешь? 500-ка есть? Есть. Да, я уложусь в 500. Она говорит, ну я, говорит, на кухне вот ее не вижу. Угу. В комнате, говорит, вижу, а это нет. Куда? В говняк? Да, мама? Даже уж совсем не кашляю.
Да, ты сегодня и молча спал, не кашлял. Я еще и перед этим вот ночь спала хорошо. Тоже не кашляла. Режим парковки выключен. Парень, тебе далеко ехать-то надо? Тебе далеко ехать-то? А? А Гоголь это где? Иди сюда. Посмотри, замерзли. Гоголь это где? Давай с другой стороны только садись. Садись давай аккуратненько, не заморайся только, а то машина грязная. Садись, подождем, покажешь где. Туда едем-то? Как вдруг говорит он мне. Около кладбища там налево, да, надо будет тебе? Да, почти встал. Где вот кладбище осталось? Где учишься, а в какой школе ты? Вечером. Ух ты, а что так далеко-то ходишь-то? Тоже в третьей учились. В каком классе-то? Четвертом. Понятно. А что одеться так легко? Замерз ведь? Или вдоль кладбища? Да, вот туда.
тебя. Так и тут добежит уже. Ну давай. Тепло одевайся, а то холодно. Вот Гоголь это. Где у Гоголя ему надо? Сука, на месте хоть. Ямы. В чем смысл? Где его сухо-то? Ты не видишь, что ли? Слепая? Да.
пробовали грибы тухлые? Я не знаю. Ha ha ha!
предыдущий хобби нормальный был.